Сьогодні у нас в гостях в Ірпіні за нашим запрошенням приїхав Володимир Жемчугов, Герой України, учасник партизанського підрозділу на Луганщині, людина, яка за свій героїзм отримала орден Золотої Зірки. Після того, що я побачив, що вони роблять. Что они делали с украинскими солдатами, я сказал, что вы... Это не люди. Заминировал ночью, вышел, заминировал линию Т-передач, которая шла из России, с задержкой на взрыв на следующий день. И, возвращаясь назад, я допустил ошибку, я пошел в другую сторону, не знал, там старое было минное поле. И я наступил на растяжку и подорвался. У меня было очень множественное осколочное ранение. Мне делали много операций на животе, на груди, на лице. Руки не являются жизненно важными органами. Началось заражение, и мне их ампутировали. Вот между операциями, между того, как я отходил от наркозов, меня допрашивали. Я пришел опять этот москвич и говорит, что нам больше не нужен. Чтобы остаться в живых, у тебя есть только одна возможность. Ты должен встать на колени перед российскими камерами, журналистами и говорить, что ты не пошел сам воевать за Украину. Тебя заставили. Я сказал, что не буду этого делать. И меня отвезли в Луганскую тюрьму. Меня посадили в общую камеру с уголовными заключенными. Это была полная жизнь, конечно. Дуже пишаємося вашими подвигами, вашими то, що ви зараз робите, то, що ви показуєте нашим дітям, нашим студентам, розказуєте, як насамперед це все було. І ви знаєте це не понаслышки, а ви пережили це все.